Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. ДТП в Николаевской области. Есть погибшие. Почему микроавтобус улетел в кювет? Ликвидировать нельзя оставить. В Ивано-Франковске больше не будет поликлиник. Что появится вместо них? Твит не воробей. Дональд Трамп порадовал своих подписчиков очередным ляпом. Лазурный список. Какой фильм взял золотую пальмовую ветвь 2018 года? Пятеро погибших в Николаевской области. ДТП с участием микроавтобуса, который двигался в направлении Одессы. Сегодня около половины шестого утра возле села Красное водитель не справился с управлением. Он съехал в кювет и врезался в дерево. Всего в микроавтобусе находились 8 человек. Пятеро погибли на месте. Троих с травмами госпитализировали. Полиция сейчас выясняет обстоятельства этой аварии. В Украине чтят память жертв политических репрессий. Это миллионы расстрелянных и замученных советской властью. Сотни украинцев пришли сегодня к братской могиле в Боковнянском лесу на окраине Киева. Это самое большое в Украине место захоронения жертв сталинских репрессий. В траурных мероприятиях принял участие президент Петр Порошенко. Все подробности в нашем материале. Уже 40 лет в этот день Георгий Иванович приходит к мемориалу. С тех пор, как узнал, что здесь похоронен его отец. А мой тато был простой селянин, комбайнер, трудился много. И за каким-то неведомым доносом, наклепом, его заарештовали и 17 грудня 1937 года, а через месяц, 1938 года, уже был расстреленный в Октябрьском дворце, тут, в Киеве, в городе Киеве. 80-летний Георгий Иванович о судьбе отца узнал от родственников и из архивов. А мама рассказывала, что он был очень працевитый, что у него было много друзей. Историки до сих пор не могут определить точное количество жертв тоталитарного режима. По разным данным, в период Большого террора арестовали более 200 тысяч человек. Более полутысячи расстреляли в тюрьмах НКВД только за одну ночь, 19 мая, 80 лет назад. Радянська влада намагалася зробити все від неї залежне, щоб нічого не було відомо про те, що тут насправді відбувалося. Радянська влада змушена була реагувати і реагувала в звичному для неї форматі, брехнею і пропагандою, говорячи, що мова йде про місце поховання радянських військовополонених. Почтить память жертв сталинских репрессий приехали первые лица страны во главе с президентом Петром Порошенко. Они возложили цветы к мемориалу погибших. Через незбагненно великі масштаби, які точно встановити і дотепер неможливо, цей злочин комуністичного і тоталітарного режиму називають великим терором. В Україні цей злочин став логічним продовженням Голодомору. Голодом вбивали українських селян, а чекістсько-НКВДшними кулями політичну, культурну, релігійну, наукову еліту України. Также президент сообщил, что в ходе декоммунизации тысячи населенных пунктов и площадей уже переименованы. На подставе закона Украины про засуджение коммунистичного и национал-социалистичного тоталитарных режимов переименовано 52 тысячи площ и улиц, майже 1000 населенных пунктов, коммунистичную партию, яка безпосередньо винна в репрессиях, и винищені мільйонів людей, в тому числі і десятків тисяч тих, хто покоїться тут, в Биківнянському лісі, нарешті заборонено. Боковнянское захоронение жертв сталинских репрессий – самое большое в Украине. Сейчас пока удалось идентифицировать около 16 тысяч человек, погребенных именно здесь. А всего от коммунистического режима, по разным подсчетам историков, пострадало до 10 миллионов украинцев. Евгения Коваленко, Сергей Медведь. Подробности телеканал Интер. Почтил память жертв сталинских репрессий и лидер радикальной партии Олег Ляшко. Вместе с однопартийцами он возложил цветы к братской могиле на территории национального мемориального заповедника «Буковнянские могилы». По его мнению, массовые расстрелы проходили без суда и следствия. Коли так звані судові органи просто виконували завдання партії по розстрілу людей тільки за те, що вони українці. І тому надзвичайно важливо, це справедливий і чесний суд, щоб кожен українець міг знайти правду і справедливість у суді.
Тому ми боремося за звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, щоб не виконували політичні замовлення, щоб не вчиняли ні репресії, ні переслідування, і щоб кожен українець міг знайти правду в суді. Освободить украинских политзаключенных потребовали от России в украинском МИДе. Пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца на своей странице в Твиттере написала: «В оккупированном Крыму сейчас удерживают более 40 украинских политзаключенных и 24 находятся на территории России. А по данным издания «Украинская правда», в целом за решетку отправили около 75 украинских граждан. Напомню, сегодня в Украине день памяти жертв политических репрессий. И за последние сутки на Донбассе зафиксировали более 20 обстрелов украинских позиций. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. По его словам, ночью в районе Авдеевки боевики применили запрещенные минскими договоренностями грады. Раненых и погибших за эти сутки не было. Все подробности нам расскажет наш военкор Ирина Баглай. Це найбільш певно прилетів вог. Обходя позиции, командир показывает последствия предыдущих обстрелов. И уже слышно, как начинается новый. Дуже схоже на деталь блока управления протитанковой крылатой ракеты. И хотя танков на передовую наших военных давно нет, российские наемники из ПТУРов и гранатометов пытаются разбить украинские укрепления. Зачастую звук вылета вражеской гранаты не успевают услышать, чтобы вовремя укрыться. СПГ их не работает, чисто под звук пулемета. У них пулемет работает, только начинает пулемет работать, под их выстрелы чисто работает СПГ. Бывает, что залетает? Да. Анатолий объясняет, на месте наблюдателя все должно быть закрыто, чтобы даже малейшего просвета не было. Чтобы не просматривалось, чтобы не было видно бойнички, чтобы враг не увидел. О, ПТРД, походу. ПТРД? Там, я да, говорю. Там вспышка такая, чух, бомбах, и там прилет. ПТРД – противотанковое ружье, которое здесь боевики так же, как и противотанковые гранатометы, применяют для разрушения стен и укрытий. Чем ближе к ночи, тем громче становится на передовой. А сейчас работают неопытные стрелки, которые наблюдают. Хаотичная стрельба, просто так, чтобы постреляли, для того, чтобы выманить на контакт и чтобы отработал снайпер. На такие обстрелы наши военные не отвечают, пока противник не переключается на прицельную стрельбу. Несмотря на оглушающий шум, у наших солдат повышенная звуковая чувствительность. На слух они распознают выстрел снайпера. Это вот этот снайпер. Слышали хлесткий звук? Да, один. Да. Вот это уже снайпер. Где-то кто-то там голову показал или повелся на контакт. И таких провокаций за ночь может быть с десяток. Вот сами наблюдатели до такой степени провоцируют, что просто капец, чтобы мы дали им ответку, а потом будет украинская армия опять виноватая во всех грехах. О, РПГ. Это налево. Ирина Баглай, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Тегеран заявляет, что возобновит обогащение урана, если Вашингтон не будет соблюдать условия ядерной сделки. Израиль угрожает применить силу, а Европа, похоже, предпочитает откупиться. Все детали этих сложностей узнаем от Сергея Услендера. Я напомню, договор между Тегераном и шестью странами, в числе которых были США и Россия, был заключен в 2015 году. Иранцы обязались не разрабатывать ядерное оружие, а страны Запада снять санкции и допустить иранские энергоносители на свои рынки. С самого начала Иерусалим был категорически против этой сделки, полагая, что Иран просто не будет выполнять ее условия. В апреле этого года были рассекречены детали операции израильской разведки. Ее агенты похитили в Тегеране иранский ядерный архив, который неопровержимо доказывал, что Тегеран действительно продолжает разрабатывать бомбу. А 8 мая президент Трамп, основываясь в том числе и на этих данных, принял решение о выходе США из ядерной сделки и заявил, что США наложат санкции на Иран и на всех, кто будет с ним сотрудничать, включая и европейские компании. Сегодня Европейская комиссия начала процесс, чтобы защитить интересы компаний ЕС, инвестирующих в Иран. Мы продолжаем придерживаться условий сделки и намерены сделать все, чтобы облегчить деятельность наших компаний, которые работают в Иране. Для этого мы готовим условия и средства, чтобы компенсировать им возможные потери от санкций.
После выхода США из иранской сделки в Тегеране заговорили, что раз один из ее основных участников, можно сказать, инициаторов, не будет соблюдать ее условия, значит и Тегерану делать это совершенно незачем. В агентстве по атомной энергетике Исламской Республики заявили, что собираются возобновить обогащение урана до 20%. Это прямой путь к созданию бомбы. В свою очередь Израиль начал угрожать, что может решить эту проблему военным путем, то есть разбомбить иранские ядерные объекты. Все это сильно напугало Европу, и там заговорили о некой финансовой компенсации Тегерану. То есть попросту предлагают заплатить ему деньги за отказ от разработки ядерного оружия и за прекращение угроз в адрес Израиля. В Иерусалиме предупреждают, это, скорее всего, не сработает, а деньги, которые Тегеран, вероятно, получит от Европы, просто пойдут на ту же самую разработку ядерного оружия. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Торговой войны между США и Китаем не будет. Страны достигли соглашения по экономическим вопросам. Об этом сообщили в китайском правительстве. По словам премьера, стороны больше не будут вводить друг против друга заградительные санкции и уже налаживают сотрудничество в сферах энергетики, сельскохозяйственной и высокотехнологической продукции, а также здравоохранения и финансов. Мистер Твиттер, Дональд Трамп попал под очередной шквал критики после ошибки в своем сообщении в соцсети. Что не так на этот раз, узнаем от Дмитрия Анопченко. Новости о происходящем в Белом доме страна давно уже узнает не из информационных агентств, а из Твиттера. Вот и сейчас глава государства в соцсети поведал американцам. Его жена после операции на почках наконец-то вернулась из больницы. Замечательно, что наша великолепная первая леди вернулась в Белый дом. Мелани чувствует себя очень хорошо. Спасибо за все ваши молитвы и пожелания. Какая такая Мелани, заволновалась публика. Он что, имя собственной жены забыл? Сообщение 500 людей успели перепостить, пока ошибку заметили и пост удалили, заменив Мелани на Меланью. Казалось бы, ну не может же сам высокопоставленный супруг в имени жены ошибку допустить. Скорее всего, это просто помощники опечатались, ведь не секрет, что очень часто за политиков их странички в соцсети ведут пресс-секретари. Но здесь, в Белом доме, журналисты, входящие в президентский пул, рассказали мне, в случае с Трампом это действительно так. Он пишет и твитит исключительно сам. Очень часто рано утром, когда только просыпается, бывает, что из ванной. И спросонья часто делает ошибки. То дочь похвалил, написав: «Иванка Трамп – сильная женщина с настоящим характером». Но в посте отметил не ее, а женщину с таким же именем – Иванку, живущую на Брайтоне. И та проснулась знаменитой. То опубликовал самый короткий текст в истории, написав просто «мы» и ничего больше. То использовал несуществующее слово «кофефе», видимо, снова опечатка, и заставил весь мир гадать, что это значит. И таких примеров множество. Но ведь цена ошибки может быть очень велика, побаиваются в команде президента. Один единственный твит способен и рынок обвалить, или, того хуже, стать причиной войны. Сотрудники президентской администрации не раз пытались получить контроль за твиттером Трампа для того, чтобы редактировать или оперативно вносить правки, но в случае с американским президентом это не работает. Для него это принципиально. А значит, и нынешний конфуз с именем жены далеко не последний. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, американское бюро телеканала Интер. Миграция, социальные права и подготовка к следующим выборам в Европейский парламент. Это тема очередного заседания Европейской партии «Зеленых», которое прошло в Антверпене. Итогом этой встречи стали 14 резолюций, в которых отражены ключевые проблемы сегодняшней Европы. На заседании присутствовала и украинская делегация во главе с народным депутатом Сергеем Рудиком. С главой «Зеленых» Рейнхардом Бутикофером они обсудили важнейшие для Украины вопросы, в частности, позицию европейской политсилы относительно запрета вырубки карпатских лесов. Європейських зелених депутатом Європейського парламенту паном Бутікофером, який від імені всіх зелених для мене і для нас, українців, відображає реальне ставлення європейців до нашої країни. Європейські зелені за всю історію ніколи не зайняли двозначну позицію в питанні захисту українських державних і національних інтересів. Шотландия возобновляет дискуссии о независимости от Соединенного Королевства. Дебаты начнутся уже на следующей неделе. Об этом сообщила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. Политика пообещала рассмотреть сроки проведения референдума об отделении, но только осенью, когда прояснятся перспективы Брекзита и дальнейшие отношения Великобритании с Европейским Союзом.
Ультраправые избили мэра греческого города Салоники. 75-летний Янис Бутарис попал в больницу с травмами. На градоначальника напали в субботу во время мероприятий, посвященных Дню памяти греков, погибших во время Первой мировой войны. Во время церемонии к Бутарису подошли около 10 человек. Они потребовали, чтобы он покинул мероприятие. Когда мэр отказался, его буквально повалили на землю и начали избивать бутылками. Бутарис явный противник националистов. Ранее он неоднократно называл их убийцами. В результате вчерашних столкновений в Черкассах во время футбольного матча полиция задержала 26 фанатов местной команды. Напомню, беспорядки начались во время игры между Черкасским Днепром и Сумами. Фанаты хозяев поля неожиданно начали бросать фаеры и петарды, а затем и вовсе вытеснили игроков с площадки. Таким образом, ультрас выразили недовольство планами руководства футбольного клуба «Днепр» продать команду. Из-за беспорядков игру досрочно остановили. На действия фанатов правоохранителей отреагировали весьма жестко. Они оттеснили болельщиков к трибунам и задержали более 20 человек. Еще вчера вечером ультрас заявили, что правоохранители применили силу. В управлении нацполиции сегодня заявили о 17 пострадавших патрульных. По факту беспорядков в главке открыли уголовное производство по статье «Хулиганство», совершенное группой людей, хотя всех задержанных к этому времени уже отпустили. Я просто не думаю, що після такої мирного висловлення протесту у людей повинні залишатися побої, сенсі, там садини криваві. Вища влада заявляє, що ми рухаємось в Європу. Це взагалі жодним чином не по-європейськи. Це була 56-та хвилина. Почали представники фан-клубу «Ультрас» кидати вибухові пакети, димові шашки та фаєра. Це зафіксовано на поле стадіону, коли в одному із секторів було зроблено зауваження за те, що був перерваний футбольний матч, виникла бійка. Слідчий дасть оцінку діям кожного, хто порушив громадський порядок. В Івано-Франковську місцеві влади вирішили ліквідувати всі поліклініки в місті. Уже почали працювати спеціальні комісії. Збираються ли створювати щось взамін і де тепер будуть лічити, узнавали наші кореспонденти. Эта неделя для работников второй поликлиники Ивано-Франковска началась с шокирующей новости. Выяснилось, что их медучреждения собираются ліквідувати. На даний момент є створена комісія по припиненню закладу. Є голова комісії, члени комісії, які починають опрацьовувати всі документи, працюють з відділом кадрів, з бухгалтерією, тобто готуються документація. Ліквідаційні комісії вже працюють і в інших поліклініках міста. Всього в Івано-Франковську їх 6. Ініціатором став горсовет. Відповідне рішення було прийнято на останній сесії. Чиновники вважають, все в рамках медреформи. Вместо поліклініки клиник собираются создать единое коммунальное учреждение – Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи. Потребно максимально делать такие структуры, которые были бы мобильные, которые могли бы концентрировать кошти, которые бы зменшували административных працівників, натомість зберігаючи всі лікарські посади. А поліклініки, добавляють чиновники, і далі будуть працювати, уже як структурне підрозділення нового центру. Медики не вірять, вважають, що така реорганізація повлече за собою масове увольнення. На даний час деякі були побоювання на рахунок, хтось може бути звільнений з роботи. И в таком плане. Сокращений не будет, заверяют чиновники, по крайней мере сейчас. Но окончательное решение все же за Министерством здравоохранения. Наша процедура не передбачає скорочення, а передбачає переведення із поліклініки у комунальне некомерційне підприємство. А далі, уже відповідно до того, які будуть ще, крім того всього, нормативні документи нашого міністерства, ми ж від цього також дуже залежимо. В реформі, яку почали в місті, представники профсоюзу медработників бачать определенні ризики. Які іменно, коментувати офіційно поки не хочуть. Но не на камеру все ж розказують. Скоріше всього, власті затеяли реорганізацію, щоб акумулювати всі средства в дом учреждений и не исключают возможного появления коррупционных схем. Инвентаризация в поликлиниках продлится до конца июля. После этого официально будет создан новый орган и избран его руководитель. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Ударим велопробегом. Центр Харькова отдали велосипедистам. Больше 25 человек приняли участие в так называемом велодне. Праздник этот проводят уже в 13-й раз. О том, как все прошло сегодня, расскажут мои коллеги.
Несмотря на дождь, на площади Свободы съезжаются велосипедисты. Ольга Валянская в образе пчелки. Но она летает, она такая, она не видит преград. Для меня велосипед это не просто средство передвижения, это возможность путешествовать прежде всего. Ну, это как та пчела, которая свободная, летит куда хочет. Вот. Костюмы у многих, чтобы ехалось веселее. Мыши. Все стремики. Просто на велосипедах? Да. Давно катаетесь? Нет, мы любители. Да. Скажем так, да. Чайники, назовите нас чайниками. Беговелы, самокаты, велосипеды, одно-, двух- и четырехколесные. Вячеслав Балабанов свой электровелосипед сделал сам, по подобию американского трекера. Чертежи в голове. Вот ночью проснулся и думал, как на грузовике спаренные колеса. Потом на следующую ночь придумал вот сюда пулей поточить. 42 километра он бежит по ровному. На горку где-то километров 25, наверное, бежит. Самому маленькому участнику 3 года. Этот малыш пока у папы в кресле. Он еще не велосипедист, да? Да, но уже на беговеле ездит. А сегодня он как? Сегодня как пассажир. А 4-летний Никифор с родителями, старшим братом Прохором, уже на 2 колесах. А дети, знаете, как не надо их учить, ничего рассказывать. Им надо показывать пример свой. И они сами просятся. Вот. У нас младший катался на велобеге с полутора лет. Сейчас уже в 4 года на большом велосипеде. Ну, на 2-колесном, небольшом еще. Вот, поэтому это дело нужное, полезное очень. На велосипедах все любители и профессионалы, программисты, дизайнеры, домохозяйки и чиновники. Делаем все для того, чтобы популяризировать спорт собственным примером. Говорим харьковчанам о том, что нужно вставать с дивана, о том, что нужно заниматься спортом, потому что в здоровом теле здоровый дух. Это всегда стимулирует, добавляет сил, добавляет эмоций и энергии. Перед общим стартом велосипедисты устроили флешмоб, символический запуск велосипеда на Марс. Анастасия Старовой, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Женская сборная Украины по вольной борьбе среди кадеток стала чемпионом Европы. Отрыв от ближайшего соперника Беларуси составил более 20 очков. Богдан Вербицкий встречал наших победительниц. Изнурительные тренировки. Девчата готовятся до чемпионата Европы. Слезы поражения соперниц. И эмоции счастья долгожданной победы. Женская сборная Украины по вольной борьбе среди кадеток возвращается на родину со званием чемпиона Европы. Отрыв от соперников весомый – 20 очков. Кроме того, наша сборная первая в медальном зачете. Команда наша выступила достаточно успешно. В особистом залику у нас 4 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых нагороды. Золотую медаль получила и Антонина. Сейчас ей 16. Борьбой занимается больше 5 лет. Своим результатом спортсменка довольна, но уверяет, без поддержки ничего бы не добилась. Соревнования прошли хорошо, но мы друг друга поддерживали, вот голос сорвало. Первую схватку боролась с болгаркой, потом так быстро отборолись. В принципе, зарубилась, но только с турчанкой, так, мы 2 периода с ней проборолись. Все девочки постарались, молодцы. Несмотря на то, что чемпионат перенесли. Чемпионат Европы по вольной борьбе среди кадеток должен был пройти в Киеве, но его внезапно перенесли. Місто Скоп'є, Македонія, з причин того, що Росія подала про те, що ми не можемо їх забезпечити охороною, такими різними речами, перенесуть за змагання. Но поддержали наших спортсменок все равно достойно. Дуже приємно було, коли грав наш гімн України, і ми всі разом співали і підтримували один одного. Сама наибольшая поддержка была в Украине. В борьбе за золотые медали Соломия сразилась с представительницей России. В бою победу одержала наша спортсменка. Заполучить медали на чемпионате Европы непросто, уверяет Соломия. Ведь молодым спортсменкам приходится совмещать несколько дел одновременно. Мы как-то смешиваем навчання с этим спортом. Насправді це є нелегко, але ми стараємося. А стараться дійсно потрібно, ведь впереді у спортсменок чемпіонат світу і Олімпійські ігри. Ціль українок одна – побіда. Подальші плани – стати олімпійською чемпіонкою. Богдан Вербицький, Наталія Шумакова і Максим Чеблін. Подробності – телеканал Інтер.
В Каннах объявили победителей кинофестиваля. Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воришки». Это мелодрама о семейных ценностях японского режиссера Хирокадо Кореэда. Второй приз достался антироссийскому фильму «Черный клановец» от американца Спайка Ли. И награду за лучший сценарий разделили между итальянской картиной «Счастливый Лазарь» и иранским фильмом «Три лица». А приз жюри достался ленте «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. На свадьбе принца Гарри весело было не всем. В сети появились снимки бывшей девушки-жениха, 32-летней Челси Дэйви. Гости на них выглядят весьма разочарованной, печальной. Пользователи соцсети тут же отметили выражение ее лица хэштегом «Это должна была быть я». И обратили внимание, что девушка пришла на церемонию в темном. Но некоторые жалели Челси, мол, приглашать бывшую на свадьбу это довольно жестоко. Принц Гарри и Челси Дэйви начали встречаться в 2004 году и пробыли вместе ни много ни мало 5 лет. Гавайский вулкан разыгрался не на шутку. Какие последствия? Каково это? Пробежать марафон по Великой Китайской стене? И за сколько ушел с молотка самый дорогой виски в мире? Обо всем этом прямо сейчас. Вулкан Килауэа на Гавайях продолжает бушевать. Уже есть первый пострадавший. Мужчину задели брызги лавы, когда он стоял на балконе собственной квартиры. Его отправили в больницу с серьезной травмой ноги. Потоки лавы приближаются к главной дороге на острове. По ней эвакуируют местных жителей. Власти пытаются откопать еще один путь. Его залило раскаленными породами во время предыдущего извержения в 2014-м. Бегом по Великой Китайской стене. В Поднебесной провели традиционный марафон прямо на древнем сооружении. Это одна из самых сложных дистанций в мире. Ведь нужно не просто бежать, но еще и спускаться и подниматься по ступенькам. Их там насчитали больше 5000. Марафон проводится на одном из старейших участков стены – Хуан-Ягуань. Победителем среди мужчин в этом году стал атлет из Италии. Самой быстрой среди женщин оказалась спортсменка из Южной Африки. Почти как в Бразилии. В Гондурасе заканчивается карнавал Ла-Сейба. Это самый важный праздник в стране и второй по значимости в Латинской Америке после карнавала в Рио. Обычно гуляния длятся 2 недели. Обязательно выбирают королеву еще в начале праздника. А все это время не прекращаются танцевальные вечеринки с национальной музыкой. Охотник за планетами. Телескоп НАСА для поиска экзопланет прислал первое фото. На нем больше 200 тысяч звезд. Самая заметная – Хадар, видна внизу. Это одна из самых ярких на небе. Пока это тестовый снимок. Фотографии высокого качества появятся в июне. Телескоп был запущен в апреле этого года ракетой Falcon 9 компании SpaceX. В конце мая аппарат должен выйти на свою основную орбиту и приступить к главной миссии – поиску планет за пределами Солнечной системы. Самый дорогой виски в мире продали на аукционе в Гонконге. 1 миллион 100 тысяч долларов пришлось выложить за бутылку скотча Макаллен. Напиток из урожая, собранного в 1926 году, выдержан в бочке 60 лет. Этикетка разработана и подписана итальянским художником Валерия Адами. Предыдущий рекорд установили несколькими часами ранее. На этом же аукционе была куплена бутылка 60-летнего Макаллена за 1 миллион с хвостиком. Робот-кулинар. В Канаде показали машину, которая умеет готовить яичницу с беконом. Делает она это достаточно медленно, но качественно. Переворачивает мясо, аккуратно разбивает яйца, приправляет блюдо специями и кладет на тарелку. Умеет делать глазунью, а если нужно, размешивает яйцо на сковороде. Одного мотора мало. Илон Маск в Твиттере рассказал о новом электромобиле Tesla Model 3 с 2 двигателями в передней и задней частях машины. Один мотор рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй на максимальный пробег. Предусмотрены 2 варианта авто. Один попроще, второй быстрее и дороже с максимальной скоростью 250 км в час. Зарядки батареи в обоих электромобилях должно хватить на 500 км пути. Компания готовит машину к выпуску летом этого года. На сегодня это все. Приятного вам воскресного вечера и до встречи завтра.